Всем привет, меня зовут Андрей, и это пятая часть летсплея по игре Minecraft Pocket Edition. Так, я сделал несколько заборов. Ну, ничего особого я так и не сделал, ну, в большинстве я улучшил. Я нашел немножечко железа и выплавил золото. Так, теперь я хотел сделать палки. Шестьдесят восемь, я думаю, нам хватит. Нет, для забора, конечно же, нам не хватит. 68. Ну, в скором времени я переселюсь в мой большой дом. Только мне нужно сделать несколько важных вещей. Так. Идем. Здесь как дырки. И сюда зато никто не пролезет. Никакой моб, никакой монстр не пролезет. А вот этого я не учел. Ладно. Так, получается, это я сломаю. Так, можно сделать вот так. Да, я сделаю так. Так, нам вообще не хватит. Интересно, сколько нужно дерева, чтобы докончить? Давайте я лучше расширю просто. Я не знаю, сколько нужно дерева, камня. Огромное количество, короче. Чтобы все это доделать. Я это, наверное, доделаю вообще, наверное, в серии 20. Еще я планировал строить мобоферму, как я говорил, в четвертой части. Но не судьба пока. Я пытался, но у меня не хватило материала. Ну, сейчас я ее разберу. Ну, или оставлю как заброшенный замок. Но сейчас, я думаю, у меня хватит камня. У меня несколько стаков. Ну, наверное, стаков 5. Ну, сейчас мы должны поспать. Мобоферму я буду делать, наверное, в серии 6. А может, и в этой сделаем. Хотя это будет так нудно, то лучше я не буду показывать, как я делаю мобоферму. Так, you may not rest now. The remote says nearby. Все. Вы не можете сейчас лечь спать. Рядом монстры. Итак, давайте пойдем вниз. Внизу я прокопал еще несколько маленьких шахточек. Ну, как сказать, маленьких. Не очень маленьких, но сейчас я все вам покажу. Так. Ага. Ладно, у меня там есть верстак. У меня есть. Я золото вроде бы с собой взял. Так что можно ни о чем не волноваться. Ну, в будущем, мне кажется, мне точно нужно сделать лестницы. Я, кстати, сделал ножницы. Так, сейчас пойдем к верстаку. Вот здесь я железной киркой убрал редстоун, мешавший мне прорыть дальше. Здесь я прорыл такую маленькую шахту. Я не нашел алмазов, я сразу говорю. И там дальше я прорыл шахты. Вот, смотрите, там дальше я не стал рыть, потому что там уже конец мира. Вот. Так, вот здесь как бы отверстие. Я ничего путного не нашел, конечно же. Вообще, я за всю игру мало находил алмазов. Ну, штучек. Вот я сделаю одну железную, одну не железную, а золотую кирку. Хотя она износится быстро, но мне как-то все равно. Давайте выкинем. Одно золото. А то мне кирку надо взять. Так.
Мне надо вообще все было в сундук сложить. Но я до этого не додумался, как всегда. Так. Реактор я, конечно, в этой серии не буду строить. Ни за что. Так, извиняюсь.